Вот это поворот! Вот это поворот! А где моя сосиска? Кот сожрал. Кот собак! Я свинка Пеппа, фанатка рэпа. I can say what I wanna say, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Made me do it. If I call you a nigga, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I can act like an animal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Made me do it. If I Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? В Инстаграме я вас всех отвижу. Ну, я приеду в Нижние Пупки, типа, найду вас, одному волосы, подстригу на волосы, чтобы думали, что ты типа зоны. Тебя будут петухом называть. Это праакция. Овника вообще палку отберу, в задницу засуну, с которой он бегает, ну, с этой большой. Ты представь, вот эту вот задницу у тебя. С Хункой будет типа полегче. У него меч, он поострее, типа, он легче войдет. Ну, типа, тоже больно, я слышал. Ну, Дизраптор так и так лысый, я хрен его, что с ним можно сделать, бородатая тварь. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Да. Ты извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты извращенец? Ты сможешь? Зачем? А? Ты хочешь ломать? Нет. Зря. Почему зря? Ломай меня полностью. Ломай. Ты сможешь меня ломать? Ты сможешь меня ломать? Не сможешь? Нет. Я тебя прошу. Зачем? Я тебя прошу. Ты знаешь, эта служба, когда выехала, это все фиксируется. Да. Это будет все знаться будет. Да. Смена твоя. Да. Служба твоя. Да. Так что... Будь уверен. Ну, ты не издевался надо мной. Ты не смог издеваться надо мной. Зачем? Я хочу, чтобы ты издевался надо мной. Ты не смог издеваться. Зачем? Ты сможешь надо мной издеваться? Зачем это надо? Если наручники снять, вот, один на один, я с тобой выйду. Ты сможешь драться? Я не имею права. Сними наручники. Я на службе, я не имею права. Я спортсмен. Драться. Ну, я не имею права драться. Я спортсмен. Я тебе говорю, сейчас куртку сниму, вот, пожалуйста, один на один. Я тебя прошу. В другой ситуации можно было бы. Пожалуйста. Я тебя найду на эстакаде, жил участке, везде на гусе. Пожалуйста, я говорю. Я спортсмен. Все. Вот это поворот! Отец. Ну ты видел? Видел? К телефону. Мама, сюда-ка! Мама, подожди! Да, мама! Саша, подожди минутку, я... Что? Смотри, Лена или Саша, вот подожди. Ну, тебя как зовут? Саша. В задозволенности Сашка за компьютером покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Закрій! Тише. Что? Что я такой дурацкий интернет? Из импирного ноль. Где мои сайты? Где все? Все сайты тебя интересуют, скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Я буду устраивать спасибо.